сегодня начну с речи. Сейчас буду на ноги делать жим. Итак, первый мой пункт после тренировочки. Я еду за, опять-таки, женскими очками для зрения. Вот. И они уже в оправе от Юдашкина. Drinks the
Нет, сюда Суперфарм. Хочу купить себе кассеты для Джуля. Взял новые капсулы, это со вкусом яблока. Попробую, какие они на вкус. Нашел капсулы для кофемашины со вкусом малави и розовой воды и кокоса. Хорошо. Какой-то Chef Edition. Есть еще раз. Еще два суга Chef Edition есть. Надо взять, попробовать. Вот эта штука офигенная. Это малави, идет со малави, желе и орешки. Очень хорошая штука, крутая. Может быть. Камамбер. Сыр камамбер стоит 18,90. Шекеля делите на 3,5, чтобы узнать, сколько стоит. Не 18,90, 9,40 сегодня. А, сегодня... Сегодня 9.40, еще скидка. Полцены все. Сыр бри. Тоже получается. Сколько там? 9.45. Все. Были в магазине часа два где-то, но уже купили все, что нужно. Сейчас буду выгружать все в машину. Блин, солнце светит в глаз прямо. Кстати, сегодня хороший день был. Все, на все была скидка 50%. Все в два раза дешевле. Все, на этом я хочу закончить сегодняшний влог. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.